вот в этом стакане вода из 7 источников. Не знаю, знаете вы или не знаете, но могу для зрителей сказать, что вода имеет свойство сохранять память. То есть, если ей говорить добрые слова, то она, вот когда в кристаллы, видели когда-нибудь картинки, да, то у нее очень красивые кристаллы. Если говорить плохие слова, то у нее, соответственно, некрасивый кристалл. Вот сейчас я хотела бы вас попросить, чтобы вы на эту воду наговорили маленькое доброе пожелание для меня. Да. А как же я его тогда, это? Она же как же услышит, водичка? Она услышит. А я потом ее выпью. То есть вы говорите сейчас, да, водичке, что вы желаете тоже для меня? Удачи, добра, радости, всего-всего самого светлого. Ну только это будет между вами, водичка. Я лишь знаю, что... Большим вдохновением. Танюшки, я правильно. Есть. Ты можешь мой мостить, Пусть Ирина Владимировна цветет, пахнет и развивается во всех своих увлечениях и... Ну что, водичка, наполненная добрыми сердечными пожеланиями, я с удовольствием принимаю все ваши пожелания, и пусть они будут во мне всю мою жизнь.